Очередной визит «Магнитку» навестил известный режиссер и актер Сергей Пускипалис. Он прилетел, чтобы обсудить новый спектакль. Его поставят на сцене местной драмы. Творческими планами создатели поделились сегодня на пресс-конференции. Сергей Пускипалис подарил городу 9 постановок. Сегодня заслуженный артист живет в Москве, но «Магнитка» по-прежнему не отпускает. Он снова возвращается для работы над очередным спектаклем. Это замечательная идея. Конечно, я сразу за нее схватился, потому что театр для меня родной все равно, как бы там ни было, где бы я там не работал. Мы решили, что это должно быть совмещающее в себе и праздник, и смысл тоже, и удовольствие, и какую-то долгосрочную перспективу. Все это нашлось в классике. В магнитогорской драме поставят Шекспира «12-ю ночь». К слову, режиссерское кресло займет московский постановщик Николай Дручик, а Пускипалис выступит в роли художественного руководителя. Если говорить обо мне, что это моя функция будет сводиться действительно к художественному руководству, так сказать, к идейному наполнению этого проекта, к предложению мной кандидатур, кто будет действительно этим заниматься. Я буду держать руку на пульсе, да, не позволю вправо-влево в этом смысле отойти от нашей основной идеи, чтобы это было, чтобы это стало праздником и подарком для города. Танцевальной частью будет руководить питерский хореограф Мария Большакова. С финансами помогут спонсоры. Создатели сообщают, в спектакле будет задействована почти вся труппа театра. У нас будет Шекспир. У нас давно не было такого уровня драматургии. Вот. И Шекспир фантазийный. Там есть некая страна Иллирия, которую мы должны наполнить жизнью. Ну и страну эту еще построить. Вот. Поэтому задачи трудные, но очень желаемые, радостные и как бы перспективные. Увидеть постановку магнитогорцы смогут только осенью. Премьера спектакля запланирована на конец ноября. Он станет подарком к 80-летнему юбилею театра. Ольга Сухоплюева, Мария Клименко, Алексей Вичинкин. Информационная служба медиагруппы «Знак».